Выставка «Икра и рыба камчатская» для горожан стала уже традиционной. В Рязань они приезжают практически каждый месяц. И с самого утра горожане знают, куда идти за вкусными дарами Камчатского края. Аппетитный палтус с белым, как лист, мясом и красная чавыча. Такое разнообразие цветов и ароматов ждет рязанцев на выставке продажи «Икра и рыба камчатская». И речь идет не только о двух водоплавающих. На выбор горожан представлено аж 35 видов свежей рыбы. И за такими деликатесами даже приходят привычные к вкусу выходцы Дальневосточного края. Что сегодня решили купить? Я икру. А почему икорочку? А я потому что ее люблю. Я сама с Дальнего Востока, и я всю дальневосточную рыбу очень люблю. Поэтому я здесь часто у них беру, прихожу, покупаю. И прям вкус, как на Дальнем Востоке? Да, да. Ну, потому что она вот эта, я уже знаю всю эту рыбу. Начиная от чавыча, это все это моя любимая рыба. Икра пользуется большим спросом. Незабываемый насыщенный вкус ценится среди гурманов. Да и без красной корки наверняка не обходится ни один новогодний стол. Красная икра, да еще и на бутербродном сливочном масле. Явство, которое обладает лечебными и полезными свойствами. А еще она является очень ценным продуктом питания. Ведь белки, содержащиеся в икре, придают энергию и силу. А также активизируют обмен веществ. Что сегодня решили взять? Икру и чавыч. А почему икру? Вкусная. Я икру беру. А почему икорочку? Ну, Новый год же на носу. Главное блюдо. Новый год. Все-таки праздник большой. Я Новый год. Даю. Полакомиться и приобрести вкусные деликатесы можно на выставке продажи «Икра и рыба камчатская» у торгового центра «Премьер». Выставка работает до 25 декабря включительно. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».